чемпион России. Игорь Курашов. Трехкратный чемпион России. Очень приятно, что пригласили, что, в общем-то, историю помнят, чтят. И, конечно, праздничное настроение. Давно ребят не видели. Приехали на эту игру участники отравленного матча. Вот, и как будто 30 лет не проходило. Ну, сейчас Аскера встретили и расплакались. Вот только зашли в комплекс, сразу же увидели Аскера Борчо, и сразу слезы появились. Да, я скажу всех без исключения. Я же давно никого не видели, не удается пересечься. Всех разбросало. Приятно было увидеть и Леху, и Серегу. Приятно было всех увидеть. Спасибо большое, что пригласили на матч, что помнят о нас, что не забыли. Осталась вот именно армейская вот эта организация вообще и тренировочного, и игрового процесса, и как бы, ну, условий для игроков и для зрителей, чтобы делать шоу и все остальное. Само вот это вот отношение просто к игре, самого вот и начальства, и игроков, оно как бы осталось такое же, как и было раньше, что армейцы, они всегда шли вперед. Я так, наверное, пафосно скажу, ЦСКА – это картинка СССР, России. Это великий клуб, это большие достижения. И я очень рад, что жизнь так получилась, что Еремин меня пригласил, и я 5 лет отыграл здесь. Это частичка моей жизни, страница или две. Много было за это время, и, конечно, я благодарен всем. Пусть в любом матче, независимо, решает, не решает, это ЦСКА. ЦСКА всегда была выше всего, она всегда стремилась только к победе.